Вы знаете, я много занимался этими проблемами в свое время, имел к ним отношение. Я, может быть, не совсем прав, то есть юридически я, скорее всего, не прав, но я считаю, что когда, скажем, в западных компьютерных фирмах значительная доля программистов работающих, это выходцы из той же самой России, да, которых здесь учили, которых здесь кормили, которых здесь воспитали, которые просто взяли и уехали и работают теперь на дядю Сэма, фактически, так сказать, принося ему колоссальные барыши. А российское не очень богатое население должно покупать продукцию этих фирм за сумасшедшие деньги. Мне кажется, в этом тоже есть доля несправедливости. Поэтому пиратство это, конечно, я согласен, вид воровства, но в то же время я не судил бы его слишком строго. Есть небогатые страны, для которых покупать продукцию по ценам западного рынка просто нереально. Поэтому, если мы будем жестко преследовать, так сказать, это все, мы ограничим развитие нормальных технологий у себя в стране, распространение их на широкий круг людей. И в этом смысле я думаю, что этот закон будет отнесен условно к тому разряду, достаточно широкому законов, когда законы принимаются, но не действуют. Ну да, как законы там в отношении пива, о том, что его нельзя на улицах пить и прочее. То есть вроде приняли, душу очистили, да, все по совести, но на этом все и заканчивается.